Эксперты скептически оценили уровень образования Сергея Дугина, пишет Политсибрум. Рейтинг образованности глав городов столиц субъектов России составил Центр социальных инноваций «Черный куб». Так вот, глава Барнаула Сергей Дугин с 10 баллами занял 53-ю строчку из 79. Каждому мэру начислялись баллы по следующим показателям. Первое – образование, количество высших образований, своевременное получение. Стоит отметить, что среди сибирских мэров Сергей Дугин занимает одно из последних мест. Лидер же здесь – глава Абакана. Алтайские города минировали из Бельгии, Германии и Москвы, пишут корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул. Журналисты ссылаются на информацию, которая появилась в барнаульских СМИ. Озвучили ее на совещании о противодействии заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, которое прошло в правительстве региона. По словам заместителя начальника главного управления МВД России по Алтайскому краю по оперативной работе Эдуарда Ритенгера, электронные сообщения о минировании отправлялись из Мюнхена, Брюсселя и Москвы. Жители обеспокоены небезопасной наледью на крышах домов. На ледяные сталактиты, падающие с крыш Наукограда на улице Ленинградской, пожаловалась девушка в социальной сети. Комментаторы под постом указали другие места, которые могут быть небезопасны для пешеходов, сообщает бийский рабочий. В самом начале весны информационный портал «Толк» составил картину всех коммунальных ЧП, которые произошли в Барнауле. Редакция «Толка» нанесла на карту самые проблемные места, порывы на которых изрядно потрепали нервы многим людям. Кстати, журналисты «Толка» напоминают, что с ноября по февраль в краевой столице произошло столько коммунальных аварий, сколько не было ни в один другой год. Барнаул заменит Украину в качестве поставщика запчастей для петербургского тракторного завода. Об этом сообщает московский комсомолец на Алтае. Пресс-служба правительства региона уточнила, что губернатор Виктор Томенко и директор петербургского предприятия Сергей Серебряков, а также промышленники края уже обсудили перспективы сотрудничества. Они пришли к выводу, что комплектация тракторов и поставка колесных дисков на петербургский завод – одно из самых выгодных и перспективных направлений. Такое сотрудничество, кстати, стало возможным, добавляют корреспонденты издания, после того, как украинский поставщик стал срывать сроки и объемы поставок.